Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше путешествие по волшебной книге Тейлим. Мы приблизились уже почти к завершению, 127-й псалом. Написано, что если дело не угодно Богу, никакие ухищрения не помогут. Но когда приходит помощь с небес, кажется, что все само собой делается, будто человек спит, а просыпается, и дело сделано. 127-й псалом вообще известен больше всего словами вот, «были мы как во сне». Считается вообще одним из самых сильных при исцелении от бесплодия и также для зачатия здорового ребенка. Очень сильный псалом, который к тому же лечит, написано, все половые расстройства, болезни мочеполовой системы и так далее. Что еще пишут? Если женщина хочет забеременеть и родить ребенка, то надо на оливковое масло почитать 12 раз этот псалом. И после этого этим маслом немножко помазать свой живот, и написано, что это помогает. Что еще написано? Если есть вообще мочеполовые болезни, читают тоже на оливковое масло, только 9 раз, и пьют по чайной ложке 2 раза в день, исцеление будет обязательно. Что еще написано, что 127-й псалом – это защита для детей, духовная и физическая, очень сильная. Поэтому хорошо сделать, написать на клафе, на бумажке, на таком отрезке 127-й псалом и носить с собой. От наветов и слухов написано 127-й псалом «Помогайте», написать его на бумажке и носить на левой руке. Вообще 127-й псалом читают у колыбели новорожденного и считается, что хорошо повесить в комнате новорожденного. Ну и последнее, что есть по 127-му псалму, читают его, чтобы роды были легкими, и это обязательно помогает. Брахава и ацлаха.